Тут мне в комментах снова, в который уже раз, пишут о том, как же несправедливо устроен этот жестокий мир. У мужчин нет секса годами, а женщины, наоборот, меняют мужчин как перчатки. В одном из своих видео я уже говорил, что это невозможно даже с точки зрения математики. Но, видимо, мои аргументы были недостаточно убедительными, и поэтому давайте рассмотрим ситуацию на наглядном и понятном для всех примере. У меня вопрос к человеку, который написал, что женщина может получить секс в любой момент. Наверняка вы замечали, что под моими роликами оставляют комментарии, в том числе и женщины. Поэтому скажите, пожалуйста, хотели бы вы секса с теми женщинами, которые оставляют комментарии под моими видео? Я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден. Конечно, не хотели бы. Эти женщины приходят в обсуждение для того, чтобы получить мужское внимание. Потому что этого мужского внимания им не хватает в реальной жизни. У них даже фотографий на аватарках нет. И если вы с ними не хотите секса, я с ними не хочу секса, да никто с ними не хочет секса, то как они могут получить секс в любой момент и по первому желанию? При слове «женщина» мы, как правило, представляем себе молодую, симпатичную, фертильную самку. И совершенно естественно, что мы ее сексуально хотим. Но подавляющее большинство женщин даже близко не имеют ничего общего с этим образом. Чтобы женщина могла получить секс в любой момент и по первому желанию, она сама должна сексуально выглядеть. Но посмотрите вокруг себя на улице, в общественном транспорте, в магазинах. Много ли женщин из тех, которых вы там видите, вызывают у вас сексуальное желание? Я думаю, что из всех женщин, которых вы там видите, сексуальное желание у вас вызывает очень маленький процент. Но в таком случае объясните мне, с какими мужчинами у всех остальных женщин секс может быть в любой момент и по первому их желанию?